съемка интервью с полковником Сидоровым в связи с последними событиями в городе. Дубль один. Начали. Итак, товарищ полковник, получается, что войска сами пошли в город? Как сами? Мы что, идиоты, что ли? Это же армия. Без приказа ни шага вперед, ни шага назад. А, значит, приказ был. А как же? Приказ был из центра? Нет, центр ничего не знал. А почему же вы им ничего не докладывали? Как не докладывали? Мы что, идиоты, что ли? Это же армия. Кажется, сейчас докладывали. Им? Им, а кому же еще? А они ничего не знали. Не знали. Стоп! Извините меня. Мне надо это... сосредоточиться. Я не все понял. Давай еще дубль. Значит, все произошло без приказа. Как без приказа? Мы что, идиоты, что ли? Это же армия. Был приказ. Ну, не из центра. Нет. А кто, кроме центра, может вам приказать? Никто. Стоп! Я что-то совсем запутался. Давайте проясним ситуацию. Давай еще дубль. Жарковато у нас здесь. Значит, приказ был. Был. Ну где же тогда логика? Как где логика? Мы что, идиоты, что ли? Есть приказ, стреляем. Нет приказа, стреляем. Стоп! Господи, да что же это сегодня с давлением-то, а? Гроза, что ли, собирается? Давай еще дубль. Значит, приказ был. А как же? Приказ стрелять! А как же? Ну и кто стрелял? А никто. Ну откуда же тогда убитые? Да ниоткуда, это местные. Стоп! Спасибо. Я все понял. Вы армия. Они местные. А мы все... идиоты. Ну... наконец понял!